Всем привет, я Топскил и я рад представить вам новую рубрику на моем канале под названием Танко Грифер, в которой я с моим братом будем прикалываться над школьниками, которые ищут легкий путь для получения большой званий, то есть украсть аккаунт или попросить его у кого-то. В нашем случае это второй вариант. Желаю вам приятного просмотра и поехали! Сегодняшний выпуск начну я, и да, ребят, вот я уже нашел нашу жертву, и давайте приступим к делу. Круто, вот ты крутой, пацан. Чё, давай включать? Не, я не могу включить, это тебе надо было. Аккаунт, давай тебе. Ну чё, сколько? Ты один дома? Я нет. Кто ещё дома? Мама, папа. И ты в каком классе? Втором? Да держи, поговорим с бабками, да. Вот, во втором. Ну. Стишок. Ну, давай. Стишок чё? Расскажешь? Эй, ты Грифер. Да и не, я, вот, подожди. И потом ты... Это... Да не, да это... я не Грифер, просто так ради интереса, реально я не Грифер. Пацан, ну. А ты смотрел это? Как там? Да я смотрел, вот ты мне сейчас рассказал про... Грифер шоколад. Да, я смотрел... Шоколад Грифера, прикольно там. Смотри. Ну, знаешь, что, чувак? Ты мне сейчас рассказал про это, и мне такая идея пришла. Только я тебе реально дам, я не кидок, не бойся. Нет, подожди, я тебе кое-что расскажу. Да. Вот Грифер шоу там, это... Ну, не Грифер шоу, а это... И другое, короче, там, знаешь, еще один чувак вебку включил, ну, снимает, а там... Грифер сам не знает, что снимает, и прикинь, говорит, лежи пятку, чтоб я тебе дома оставил. Я чуть не упал. Какая пятку взять, прикинь. Ладно, давай включай. Давай, тебе что? Я его не забанил. Ты включаешь вебку на 5 минут, и потом ты получаешь самую большую звонку. Давай. На 5 минут. Ну блин, ну пожалуйста, хоть дай посмотрю. Да я дам вообще навсегда, если ты сделаешь то, что я скажу. Ну говори, только не про стежки. Ладно, давай приседания делай. Давай, 10 приседаний, давай. И все, и прям звонку даже. Не, еще 2 желания и все. Давай. Ну это же просто 10 приседаний. Я вижу, ты накачанный такой. Проблем не будет. Я тебе дам накачанный. Ты! Включи вебку. Я? Ну мне аккаунт не нужен, у меня уже есть аккаунт. Включи вебку. Ты такой злой. Ну ладно, давай. Я не включу вебку, тебе надо. Ничего. Пожалуйста. Не гладим название, но все равно тебе... Пожалуйста. Ну мне все равно, только я хочу, чтобы что-то взамен. Деньги не надо, другое не надо. Это сделай и все. Хочешь свой аккаунт, да? Не надо мне свой аккаунт. Мне это же лучше. Я бросаю это, вот, мне только это нужно. И все. Давай. Пожалуйста, ну дай. Ну я же дам. Я дам. Давай 20 приседаний и все. Давай 20 приседаний. А ты что, вышел? А, меня выкинуло, просто я не в игре, я смотрю на тебя. Давай, ничего плохого. Нет. Не будешь, да? А, давай. Тебя не видно, камеру пониже дай. О. Теперь видно? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Накачанный, я же говорю. Чё? Накачанный. Не только мышца, еще и мышца ног. Хватит. Не, 20. Потом еще 2 желания, да. Все, уже 20 прошло. Ну нет, ну ладно. Если ты говоришь еще одно желание, все, давай. Давай. Че у тебя близко тут есть?
Чё? Близко, есть что-нибудь хорошее, что ты можешь мне показать? Чё хорошего близко есть? Что-то странное, я не знаю, что-то... Пожалуйста, ну дай, ну чё тебе? Не, не нормально. Тебе мама не отпустила. Ну чё тебе необычного показать? Я сам даже не знаю. Не, да ты чё вообще? Не, ну всё, это желание и всё. Я тебе даю, я реально даю. Давай я тебе колонку покажу. Нет, колонка и у меня есть. У меня тоже есть две колонки. Давай принеси зубную пасту. Или шампунь, или я не знаю. Бутылку. Не, иди в ванной принеси зубную пасту или шампунь, или мыло. Не могу. А чё, мама? Ага. Ладно, тогда принеси эту бутылку с водой. Сейчас, конечно. Что-то жидкое принеси. Нету. А, тогда принеси воду. Налей воду, блин, там. Не надо, ну дай, ну пожалуйста, же... хотя бы это звание свое. Ну да, конечно. Дам я тебе, без проблем дам. Кокос показать? Кокос, как это кокос, ну покажи. Тебя не слышно, пацан. Чего? А, все. Тебя не было слышно, теперь слышно. Давай покажи кокос. Нет. Ничего говоришь. Ну, дай, ну, пожалуйста. Ну, я же, да, давай еще умоляю. Мне так надо. Я знаю, что хочу. Что? Принцессу? Ты иди-то знаешь, куда? А у тебя есть девушка у тебя? Иди ты. А ты... Я тебе дам. Не, я тебе дам. Это... А, я не больно мне, да. Все. Больно тебе. Давай. Ну, принеси что-нибудь жидкое, я не знаю. У меня же еще одно желание осталось. Ты должен выполнить, и я все тебе дам. Тебе муж освежитель принести. Освежитель? Да. Я не знаю. Ну, так давай принеси. Сейчас. Блин, пацан вообще крутой. А ты... Во! А давай под мышцы себе. Не буду я! Ну, это же последнее желание, ты должен выполнять. Ох ты будешь! На камеру? Не, на камеру. Поднимись! Не, с свитером, без свитера. Все, я сейчас тебя удалю из скайпа. Че, хочешь меня удалить и остаться без аккаунта? Ок. Ну, пожалуйста, ну давай. Ну сделай, что ты сказал. Давай, ты раздевай свитер. И покажи пресс. И это последнее желание, я тебе даю, и все. Мы расходимся. Не, мы будем друзьями, конечно. Не, ты ничего не делал. Побольше, ну. Холодно, тогда другое желание, не знаю. Ну, я же сказал только что, что надо делать. Я сейчас воды попью. Анжелика, ты тут? Да. Что дальше? Ты не с воду? Вот стакан воды, вот, видишь воду? Давай, выпей. Всё? Не всю. В рот держи воду. Воду. Теперь оставь стакан и на руки налей. Да. А то я тебе не дам, реально. Я сколько тебе этих...
Да не так. Держи на руки. Не, да не так. Смотри. Берешь воду в рот, нальешь на руки, и потом моешь лицо, и все. Или голову. Все. Блин, у меня мама. Я не буду ничего делать. Ну дай мне другое задание. Ну не буду я наливать ничего. Ладно, какое задание хочешь? Ну кроме воды что-нибудь. Ну тогда не знаю. И принести. Зубную пасту. Может мне опять? Давай я опять. 10 раз присяду. Нет. Давай, у тебя есть туалетная бумага? Думаю, нету. Да. Чё, ты шутишь? Блин, давай другое задание. Блин, ну я не знаю, у меня фантазии. Хочешь, я тебе фантик пожую? Это как? Это вот. Давай. Жуй. Все. Не, побольше, нет. Ты меня вообще всерьез не воспринимаешь. Ну. Жуй, да. Ты вообще как хохол. Все. Ну это было твое желание, не моя. Все, давай. А что у тебя там еще компьютер есть? Какой еще? Да. Да, ну покажи. Это телевизор. Телевизор. Включи телевизор. Посмотрим, что идет. Да не хочу я ничего включать, что ты ко мне пристал? Я думал, тебе аккаунт нужен. Звание. Я тебе. Все. Налей на руки, налей на... В руки налей. В руки! Да. И на лицо, да. Ладно, пацан, все. Давай играем дальше, да? А ты плакать можешь? Могу. А ну давай. Нет. Давай, типа я тебе не хочу дать аккаунт. И ты плакаешь. Блин, ну пожалуйста. Ну выбирай, или стишок, или плакаешь. И честно даже. Да. Да я тоже не могу. Давай быстрее, я реально не. Воды не живил. Уныло не живи. Что было? Все. Ну, это маленький. Не, мне нужен как я не знаю. Пушки. Мне года еще было. Ну что, ты стесняешься, что ли? Это же только я вижу, никто другой. Я, то есть твой друг и все. Берега, что есть все. Не, я ничего не слышал. Ты все слышал? Хочешь мою собаку посмотреть? Да. Красивая. Чу. Ой, какая собачка. Она плюшевая? Да. Плюшевая или настоящая? А чё она как плюшевая? А ну поднимай повыше, я её не вижу. А какая... Как называется она? Как называется она? Её имя. Персик. Персик? Она белая, не персичная. А ну хавай этого персика. О, целуйся с ней и всё. Не так. Ну, губы. Все. Даже девушки не делают так. Меня какой-то зашел и толкает. Блин, яйца мои!
отдавили. Что я? Дай пароль. Что я тебе сделал? Я ничего не делал. Пароль дал. Ладно, хочешь твой аккаунт назад? Да. Очень сильно. Я честно придумывал, зарабатывал. Че, плакаешь? Что, блядь, знаешь куда? 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 Ну что, ребят, вот и подошел к концу наш танго гриффер шоу. Надеюсь, что вам понравилось это видео. А если это так, то ставьте пальцы вверх. Поставьте свое мнение в комментариях. Поделитесь видео с друзьями. И если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. А с вами был Топ Скилл. Всем пока!